Всем привет, с вами Green Knight, и мы продолжаем Horizon Zero Dawn. Ну что же, пойдемте, наверное, по основному квесту. Уровень сложности я не буду пока что менять. Где? Господи, общий, точно, сверхвысокий так и стоит. Посмотрим, после как бы основного сюжета поменяется что-то или не поменяется. Навыков у нас нету, соответственно. Задание мне надо, задание основное. Третий уровень нам нужен. Третий уровень у нас есть даже четвертый. Поэтому мы идем за нашим квестом основным. Не пойду по допу, потому что ну как-то слишком сложно. Вроде бы и не сложно, а вроде бы и сильно сложно. Проблема, ну сами помните, в чем была. Так что как-то так. Ну, беги, чё ты? Вокруг никого. Можно не бояться, что нас увидят. А, точно. Наверняка он будет меня ждать. Вот он. Что-то у него тревожный вид. Поговорите. Так, так, так. У меня на пороге изгой. Великая мать, дай мне сил. Боишься, нас кто-то увидит? Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернешь. Ты же беду всегда приносишь. Будешь тут озираться. Так. Чего такой хмурый? Не с той ноги встал? Вот пройдешь инициацию и сможешь закупаться у торговцев в сердце матери. А я, может быть, не люблю терять клиентов. В смысле, у честных торговцев, которые не имеют дел с изгоями? Именно. Скоро наше преступное общение закончится. Твое дело молчать. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть свободный нитьмёт. Не продал? Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь, особое оружие обходится недешево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он? Так, продать линзы рыскаря. Так, F продать. G продать несколько штук. Это огнежар. Давайте мясо продадим. Блин, вот это бесит. Так, сердце. Хорошо. Охота, копье, одежда. Понятно. Так. Это мое. Купить нитимет. Купить. Почему? Нельзя создать дело. Вы уже можете получить этот предмет. Хорошо. Это я все могу купить, это я все могу купить, продать. Это у нас лук копье. Модификации нет, соответственно. Тебе вроде нужен нитимет, но я готов тебе его сбагрить. Ага. Боишься, я могу выдать, что ты торговал с изгоями? Я думаю, ты не из тех, кто болтает. Но мало ли. Можешь не переживать. Я тебя не сдам. Да я так и думал. Но все равно приятно. Зачем ты рискуешь? Торгуешь с изгоями? Каждый раз спрашиваешь. Если тебе хочется поговорить по душам, катись отсюда. Ты че такой злой, мудак? Я был изгоем. Да. Меня застукали, когда я лазал по железным руинам за гранью объятий. Матриархи решили, что я запятнал себя. 5 лет дали. Что ты видел среди руин? Да я сам не понял, что. И потом, когда я вернулся из изгнания в сердце матери, все, кого я знал, про меня позабыли. Да и народу там стало так много. Здесь мне больше нравится. Я про тебя никому не говорила, только Расту. Ну, он меня точно не сдаст, даже если захочет. Раст — человек долга, человек чести. Как ты его терпишь? Ты правда не знаешь, за что его изгнали?
Говорю же, нет. Никто не знает, но за что-то серьезное, потому что изгнали пожизненно. Так, что ты от меня хочешь купить? А почему нельзя было? Господи. Так, сюда. Сюда куда? Давайте сюда. Там видно будет. Вот только теперь смотри мне. Давай-ка поаккуратнее с этим нитеметом, поняла? Я как-то совсем не хочу зацепиться ногой и подорваться на твоей ловушке. Да ну, а так и не скажешь. Че еще хочешь? Ты еще тут будешь? Вдруг мне еще что понадобится? Я буду здесь. Все как обычно. Неси мне любые детали от любых машин. Чем лучше детали, тем больше осколков получишь. Может, взглянешь, что у меня есть на продажу? Кто знает, может, что-то даст тебе фору на инициации. Так, что ты мне вообще можешь быть так? Нет. А, сундуки. Так, продать. Нет, это я не буду продать. Это тоже... Так, ну и, соответственно, не буду продавать. Так, мясо. Ладно, пока ничего не трогаем. Приятно иметь с тобой дело. Ну, вроде все обсудили. Ладно, удачной инициации. Благодарю. Мать и все такое. Ага. Я получила то, зачем пришла. Пора идти к... Ага. Восьмой уровень, аж фига себе. Хорошо. Типа так? Ага. А насколько длинно? Ууу, прикольно. А можно как-то это? Прикольно, кстати, неплохое расстояние такое. Ой, а, я совсем забыл, хп-шечка теряется. Так, что за прогрузоны, что за подлоги? Со мной не разговаривают, а то бы я не сдержалась. Что за подлагивание, блин? Так, идем дальше. Не разговаривайте, да и хрен на вас, ребятки. Мне вот вообще пофигу. Можете вообще со мной не говорить. Так, это мы сюда. Это мы сюда, это нам вон туда. Надо все собирать. Травушку, муравушку и все прочее. Это животные, все хорошо, значит. Не страшно. О, это мне пригодится. Ага, вон машины вижу. Кто где? Че? Я слышу машин поблизости. Похоже, они затеяли охоту на что-то крупное. Там что-то машинка какая-то. Ой, бузит. Ты пришла? Ну, естественно, а что еще делать-то? Больше мне не с чем заняться, чувак. Огненные стрелы. Есть. Я слышала за гранью взрывы и крики. Это и есть та неприятность? Скоро сама увидишь, а пока ждем темноты. Темноты? Да мы и так в темноте. Отнесла чудной гратик роликов. Она сказала спасибо Великой Матери. Все верно, ты действовала по велению Великой Матери. Это я уже слышала. Только охотилась-то я одна. Это я уже слышал. Ты одна, потому что так решила.
Я сходила к Карсту и купила у него нитимет. Даже страшно представить, какую цену он заломил за такое оружие. Ну, не дешево, но оно того стоит. Возможно, скоро проверишь в деле. Я не понимаю. Взрывы слышны из-за грани объятий. Что мы сделаем отсюда? Будь добра, наберись терпения, Элой. Всему свое время. Слушай, Раст, я все обдумала. И я хочу сказать, я тебя не брошу. И я не буду. Не буду притворяться, что ты мне чужой. Элой, закон запрещает все контакты. Пускай. Мне все равно. Ты привык следовать закону, Раст. Но мне закон никогда ничего не давал, только отбирал. Все, хватит с меня. Элой, я обязан подчиниться. Ну и пусть. Я знала, что ты это скажешь. Мы сделаем так. Я буду приходить втайне. Меня никто не увидит, все будет хорошо. Ты не будешь со мной говорить, раз это запрещено, но я буду. Это мое преступление. Ты просто слушай. Это все, что я прошу. Ты хорошо все продумала. Ну да. Так что не переживай. Решено. Да. Решено. Солнце сядет еще не скоро. Надо бы отдохнуть. Верно. Этой ночью спать не придется. Да уже ночь, господи, вы че? Открывают врата изгою? Иногда изгнание не отменяет прошлых заслуг. Вот тебе и закон. Я ни с кем не говорил. Теперь обоим надо молчать. Мы покинули объятия. Это настоящие дикие края. Здесь ждут угрозы, каких ты еще не встречала. Вот так туша. Что же это за зверь? Его прозвали Пилозубом. Это новый зверь. Грозный зверь. Они объявились 10 лет назад и погубили много воинов. Жуть. Иди по тропе, тут недалеко. Что случилось с этой хижиной? Машина, вот что. Что же это за машина такая? Эту машину ты сейчас выслеживаешь. А, вот как. Нормально. Рыскаря, я заберу детали. Будь осторожна. Так, туда мы не пойдем, нам туда не надо. Холм матери. Так, вижу что-то. Рыскарь. Ну, постелсим, окей. Иди сюда, мудила. Так, ну он один, его больше никого не видно. Ну ты долго будешь там нюхать? А его он не видит, да? Так, давай. Хорош. Мы уже совсем близко.
Почему мы охотимся одни? Почему сюда не пришли воины племени? Они здесь уже были. Те туши их рук дело. И завтра они снова выйдут на охоту. Уже незачем будет. Я с этой машиной сама управлюсь. Или погибнешь, если будешь невнимательна. Так, если стоит, это мы забрали. Кабан, хорошо, воды. Белозубы разворотили весь этот дом? Сколько их было? Я привел тебя сюда не для вопросов, Элой, а чтоб ты с ним разобралась. Это ты должна понять сама. Ты будешь охотиться в одиночку, без меня. Что бы ни случилось, я не вмешаюсь. Поняла? Ты сама по себе. Вот это посвящение, блин. Лучше спрятаться. Я могу укрыться в зарослях. Посмотрим, где бы мне расставить ловушки. Так, где этот мудила? Так, тихо, не ту кнопку нажал. Так, прочная оболочка защищает синтетические мышцы и важные системы. Емкость огнежара. Хорошо, то есть это слабое место. Так, уязвим к огню и повреждение брони от взрыва, видать. Так, ну-ка, не тиметик. То есть вот он шарится, и поэтому радиусу надо его... Просто насколько сложно будет мне его победить на этом уровне сложности. Вот в чем вопрос. Давай, топай отсюда, мудилка. Так, ты где? Ну-ка пометься, чтобы я тебя видел. Так, ловушечки расставляем. Все хорошо. Ага, то есть здесь все же рейндж. Так, ну вот, кусты, значит, ловушки здесь ставятся. А, сделать можно? А, то есть я могу наделать все же. И понарасставлять. Ты чё, дурачок? Ставься. Ага, то есть одна ловушка не эта.
Для этого нужно подойти поближе. Так, раз он не хочет, значит две сразу делаем. Подойдешь? Так, текаем, 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 текаем. Подходи, дружище, давай. Давай, давай, лети сюда прям. Камни кончились, ты серьезно? Так, ну ладно, раз огненные стрелы, давай-ка огненными стрелами покидаемся. Да блин, я вот не вижу вот эту вот фигню. Давай, давай, иди сюда. Давай, я здесь. Попался, уродец. Ух, ё! Ух, ё! Ах, ё! Больно. Так, убивай собственного удара. Хорошо. Лучше спрятаться. Я могу укрыться в зарослях. Посмотрим, где бы мне расставить ловушки. Так, стрелы сразу это. Ох, йоу. Так, ну-ка, дружок, давай-ка сюда иди. Ох, иди твою. Так. Хорошо, он этот какого баллон с огнежаром взорвался, все было отлично до какого-то момента. Где бы мне расставить ловушки? Так, ну ловушки, значит, вот так, чтобы он не мог перепрыгнуть. Промазал, ты серьезно? О-о-о. Хорош, хорош, беги. Ты идешь сюда, нет, мудила?
тихо. Сюда, сюда. Ух ты, серьезно? Ой, хорошо. Ах ты. Ты мудила, ты чё так делаешь-то? Зачем? Уходим, 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 уходим. Уходим, 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 уходим. Нужны подходящие боеприпасы. Чучелы. Так, уходим. Ай, больно же. Дурачок, больно. Уходим, уходим, Элой, беги, 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 беги. Тихо, 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 аккуратно. Ой, хорош, замочил. То есть, в принципе, справиться можно. Но жестко было, жестко. Но интересно. Так, в принципе, понял, как стелсить можно, ничего страшного. Зачем я тебя привел? Не для вопросов. Элой. Для того, чтобы испытать меня. Это проверка, смогу ли я одолеть грозную новую машину. Нет. Пойдем. Да ты задолбал загадками говорить. Это охотничьи земли. Их надо защищать. Если бы ты не убила Пилозуба, скольких воинов он бы ранил или погубил? Твой урок — ответ на этот вопрос. Ты долгие годы училась охоте, но лишь ради себя. Став воином, ты должна будешь сражаться за свое племя. Мое племя? Ты сказал, без них обойдусь. Но не говорил, что они без тебя обойдутся. Истинной силой обладает тот, кто готов сражаться за что-то. Кто готов служить великой цели. Вот что ты должна усвоить. Помни об этом. Когда тебя примут. Когда меня не будет рядом. Мы закончили. Пойдем. Расцвело. Сегодня твой последний день в качестве изгоя. У тебя есть время, чтобы подготовиться к испытаниям. Когда отправишься в сердце матери, я буду ждать тебя на тропе. Я усвоила последний урок. Да. Но чтобы сражаться за что-то, в это надо верить всем сердцем. Надеюсь, ты найдешь, во что верить. Я пойду с тобой к хижине. Я сейчас иду не туда. Другие дела. Да? Какие? Когда придет время, я буду ждать. Тогда увижу тебя там. Увидишь. Ага. Ну, в принципе, видимо, маленько подпривык, поэтому было, ну, уже полегче. Так, надо искать. Так, во-первых, надо собрать траву.
Но было сложно. Даже... Ну как? Как было сложно? Было сложно в плане того, что я не могу наделать кучу боеприпасов. И один раз он почему-то не сработал, получается. А ну, индюшка, стоять. Блин, не попал, серьезно. Какой вертлявый индюк. Индюк, иди сюда, я тебя сожру. Вот, хорошо. Так, а чё? А чё с графоном? А чё так всё это? Чё так всё пиксельно? Эффект скорости. Ой, давайте это уберем. Нафиг это размытие. Отражение я бы тоже нафиг манал. Пускай средние будут. А, сглаживание. Так, если мы выключаем, так. А, давайте вот так вот. Пускай будет. Так, качество моделей. Так, резкость текстуры, это пускай так. Применить. О, вроде получше. Поехали. А, нет, все равно. Что-то как-то... Ой, здрасте! Ух, ё! Тихо. Да вы чё такие дерзкие-то, ребята? Получи. Сразу ворот. Оба-на. А, не попал. Да мне бы еще научиться попадать. Че, шавки? Иди сюда. Замочил, хорош. Нападай. Че, получил? Хорош, ладно, в принципе, научился драться, видимо, окей, все. Уроды. Так, наделываем стрел, все хорошо. Так, ну, в принципе, можно драться уже. Все, понял, как. Правда, у ворот на Ctrl как-то маленько, это непривычно. Но привыкнем, ладно. Из этого можно сделать зелье. Поехали. Очень интересно. В принципе, сейчас сильно так не подгорало. И нас даже не убили. В прошлой серии меня убивали много раз, там много вырезано было. Там очень много было вырезано. О, кстати, уровень, чё я? Два навыка у нас есть. Такс. Атака сверху. Концентрация, нет? Точность, нет. Критические попадания. Так, это ладно, это понятно. Лекарь, понятно. Приманка. Так, тут я два навыка потрачу. Либо два могу вкачать. Ладно, пока сверху мы не будем. Это бы, ну, стоило бы на самом деле. Хорошо, вот это пускай будет. Концентрацию нет. Лекарь. Ускорить процесс исцеления при использовании лекарственных. Хорошо, и лопали больше природных ресурсов. Наверное, все же да.
Как? Сильная атака? Можно сильную атаку? Ага, шифтом. Хорошо. Что-то как-то маленько пиксельно что-то стало. Было уж вроде не так. Либо просто кажется. Ну как-то да, как-то зернистость какая-то появилась. Не понял. Я ж ничего не менял. Облака, эффект скорости это выключен. Тени. Тени бы тоже нафиг маленько убавим. Так, реалистичность текстур. Ну ладно, это хорошо. А в принципе-то больше ничего нету-то. Да, применить, конечно. Так, это все хорошо, это все хорошо. Тогда я не знаю, что ей надо. Что такое? Есть дело. Говори. Пора. Ты готова? Ну да. Вроде. Все громче, чем я ожидала. Ты еще не была так близко. Вблизи все кажется больше. Скоро все станет привычным. Как дома? Ну, не знаю. Высший матриарх Тирса поможет. Еще вопросы? А они меня точно примут? Я же говорил. Ребенок-изгнанник может пройти инициацию. И кто выдержит, тот будет принят в стан воинов. Я помню. Не все так строго следуют закону, как ты. Верь мне, Элой. Племя знает о твоем праве. Скажи, что меня ждет внутри? Там будут люди, праздник, танцы. Столько людей ты никогда не видела. Ни одна деревня не сравнится с этой. Это обитель высших матриархов. Центр жизни племени. Жемчужина священной земли. Погоди. Ты ее полюбишь. Как я. Когда был среди них. Да что он такого сделал-то? Последние наставления будут? Нет. Ты усвоила все уроки диких краев. Меня учил ты, а не дикие края. И вряд ли лук и копье сильно мне там помогут. Луком и копьем ты добудешь то, в чем так нуждалась все эти годы. Ответы. Я готова. Теперь увидимся дома? Меня там не будет, Элой. Вот. Вот, возьми. На память. Ты как будто решил попрощаться навсегда. Нет. Нет. Твое место среди них. А я всегда буду изгоем. Но я же сказала, я все продумала. Я буду приходить тайком. Это я буду нарушать закон, не ты. Ты говорить со мной не будешь. Это привязанность ко мне обуза для тебя. Я хочу, чтобы ты стала частью племени. Ты больше не должна жить одна, Элой. Я была не одна. Ради тебя. Я ухожу туда, где ты меня не найдешь. Да. Мы прощаемся. Блин, сложный выбор. Нет. Нет. Я умею читать следы. Куда бы ты ни пошел, я тебя найду. Не в этот раз. И в этот. И в любой другой. Ты его еще увидишь. Храни тебя, великая мать, Элой. И тебя.
Сейчас надо его отпустить. Пока. Давай следы сразу. Сначала инициация, а потом я пойду по его следу. Да что за... Прогрузон, что за... Поворачивай назад. Или сдохни. Выбирай. Расступитесь в сторону! Воины, расступитесь, пропустите ее! Сердце матери открыто тебе, дитя мое. Пойдем. Большинство Нора не так грубы, как эти дурни. Вы Тирса? А кто же еще? Идем со мной. Я ждала этого дня очень долго, Элой. Правда? О, да. Но я должна ненадолго тебя покинуть. Нужно позаботиться и о других чужаках. О других? Посланники из другого племени, Карха. Пришли посмотреть инициацию, а Нора не любит Карха. Карха? Но это моя проблема. Мы с тобой еще поговорим, а пока наслаждайся праздником. О, впереди тебя поджидает старый друг. Ему не терпится тебя увидеть. Но я тут никого не знаю. Это ты ему скажи. Мы еще поговорим. Да хранит тебя богиня. Что происходит? Что за друг? О, веселье. Веселуха. Вечеринка. Так, ну тут ничего интересного пока что нету. Так, вижу костер где-то. Ага, вот. Давайте, наверное, здесь и сохранимся, и продолжим в следующей серии. С вами был Greenite. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!